Завтра в Саратовской филармонии... Золотые сказки Александра Сергеевича Пушкина! Спектакль театра куклы «Папа Карло». Зрителям, разумеется, в мастерскую нельзя, исключение сделали только для нас. Мы из всех сказок Александра Сергеевича нашли две сказки, где есть золотые персонажи. «Золотой петушок» и «Золотая рыбка». Попытались эти две сказки объединить в некое скоморошье представление. В это воскресенье волейбол «Протон» принимает «Динамо». Краснодарские спортсменки приедут в сильнейшем составе, но уставшие. Помимо национального чемпионата, «Динамовцы» играют в Еврокубке. Так что у наших волейболисток есть хороший шанс взять 3 очка дома. Конечно, такие команды зрители охотнее ходят, болельщики. Потому что там, возможно, есть такие звезды волейбола, которые, на которых приятно ходить и хочется всегда посмотреть, как они себя ведут на площадке вживую. Зима – не повод отказываться от байдарок. Подумали, наверное, экстремалы и придумали сноу-каякинг. Это та же гребля, только не на воде, а по снегу. Так что спасательные жилеты не пригодятся. Всех желающих ждут в Октябрьском ущелье. На территории санатория уже готовят трассу. Лодки будут, организаторы просят лишь взять с собой каски. Всем хороших выходных!